мы видим кусочек мела. Это обычный школьный мел, в состав которого входит, как мы знаем, карбонат кальция. Я буду нагревать кусок мела. Для этого я закрепляю его в лапке штатива и включаю спиртовку. Реакция разложения карбоната кальция довольно продолжительна по времени и требует высокой температуры. Я нагреваю кусочек мела пламенем спиртовки в течение 20-25 минут. Теперь я вынимаю кусок мела из лапки штатива и сразу хочу проверить признак реакции. Я хочу обнаружить оксид кальция, который получился при прокаливании карбоната кальция. И для этой цели на кусочек мела я капаю раствор фенолфталеина. Мы видим малиновую окраску фенолфталеина. Это оксид кальция реагирует с водой. Для контроля я использую другой кусочек мела, который не подвергали нагреванию. И мы видим, что фенолфталеин не меняет свою окраску на нем.